Всем снова привет, с вами снова Дезертир, это игра снова Assassin's Creed 4 Black Flag, и мы продолжаем пиратствовать на море и на суше. Ну что ж, поехали потихоньку, я думаю, вы не против. Итак, известность обнулена. Отдать гроты, парни! И мы можем потихоньку уплывать на следующее задание, чтобы встретиться. Давай, красотка, расправь крылья! С еще одним пиратом, который, возможно, научит нас грабить плантации. Чисто, капитан! И мы, я так понимаю, можем китов ловить. Свежее мясо для гарпунов! Оба-на. Осторожнее, капитан! Образцов ветрее к ветру! От ветра! Начать охоту с гарпуна. Давайте попробуем, мне интересно. Начинаем. Вяжи ее! Уходит! Черт! Ой. Возвращаемся на корабль. А как? А. Зря я нажал, короче. Да, я понял суть. Поймаем в другой раз, сэр. Поохотимся. Нет, ребят, поймаем в этот раз. Эй, вон там! Канат держится, Кэп! Держись, уходим! Метко вы, Кэп! Видали, а? Ранили! Все, слабеет! Канат лопнул! Не видать? Вижу! Впереди! Пусть попробует железо! И... Ранили! Отлично. Добили акулу. Акула вообще это вредное животное. Вот чудище! Точнее, рыбы. Но, блин, реально большая зараза. Даже сколько мяса. Поздравляю, сэр. Отдать гроты, оглохли? Всего-то одна кость. Наполни каждый дюйм! Офигеть. Все паруса, парни. Ну, мне определенно понравилось рыбачить. Возможно, я полюблю рыбалку. По крайней мере, вот такую. Ну, а пока послушаем песенки. Так, куда нам, кстати, надо? По карте. Давайте посмотрим. Итак. А нам, в принципе, надо... урожай сахарного тростника. То есть, на полный. Смотри, тут частые вражеские патрули, капитан. И прямым ходом аккуратно проходим вперед. Вот в каюте капитана можно, уже что-то улучшить. Шторм, сэр, плохо дело. Это маленькая шхуна, мы на нее нападать не будем. Где-то начинается шторм. Ох ты ж, куда это он улетел? Не будет вставать во время полного ухода корабля. Увидели, я думаю.
Так, ладно, давайте ускоримся. Вон еще один член нашей команды будущий. Искал, мы не будем на нее нападать. Стоп. Как это я так проскочил? Наше задание. Это как это? Накидали! Вроде плыл к заданию, что-то раз. Так, ну сейчас я точно к заданию плыву. Внимание, запретная зона. Ну, как я понял. Ну, зато груз возьму. Тоже плюс свой есть. Надо чуть-чуть притормозить. Спустить все, кроме гротов! Убрать все паруса! Живо! Вот так вот. Капитан, тарзанка. Да, я знаю, ребят, что я в воде. Сейчас возьмем вот эту фигню, кстати. Итак, мы показали, какие здесь животные есть. И разблокировали быстрое перемещение. Насколько я понимаю. Здесь же мы взяли фрагмент анимуса. И сейчас будет. Будем брать задание. Урожай сахарного тростника. Да ну! Отпрыск самого Уильяма Кида. Совсем юнец, но такой же озорник, как покойный отец. Весьма рад встрече, Кенуэй. А ты все так же элегантен. Стянул костюм у какого-нибудь франта в Гаване? Нет, сэр. Я снял его с трупа, принадлежащего хаму, оскорбившему меня прямо в лицо. Ха. Что ж, ходят слухи о нападении на плантацию. От меня ведь нет секретов? Похоже, что нет. Каждый день мимо проходят шхуны с сахаром. Везут с соседних плантаций. Они достаточно часто причаливают сюда поторговать. Есть один человек, на котором можно хорошо нажиться. Пожелаешь ограбить плантацию, я его покажу. Пожалуй. И все-таки, по-моему, это девушка. Это же голос более женский, нежели мужской. Этой плантацией владеет господин Бекфорд? Именно так. У него много плантаций. И он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Где-то здесь есть его человек. Проследи за ним. И он выведет тебя к цели. Ну, перед тем, как следить за человеком... Заплати, и я их остужу. Ага, это подкуп опять преданных людей, ну, типа. Опа. Да. Сам господин Бекфорд одобрил эти цены, и он уверен в качестве товара. Ну да, паток и тростник ничего так, не поспоришь. Я очень рад, что вы так считаете. Хоть ваше предприятие и несколько сомнительно, вы кажетесь дельными людьми. Блин, жалко, что я не могу спрятаться. Ну ладно, вот моя цель.
So with the first one, 151, and the due was 22. Цель моя, как всегда, ведет себя довольно странно. Ну, кстати, объяснение тому, что мы видим всех через стену, очень простое. Мы же находимся как бы в компьютерном пространстве анимуса. Остудись. Я вовсе не хочу идти за тобой и не смотреть за тобой. Я просто хожу мимо. What? Do I know you? We're no bloody duperies. Stop now. Не, там никого нет, в кустах вообще. Баффорд, Мэннинг, ко мне. Здесь мы закончили. Are you deaf? Поднять флаг, парни! Пора домой! И мы рухнем вниз. Мо! Так, надо быстрее добраться до галки. И держаться на расстоянии. Хотя вот быть незаметным на огромном, блин, корабле, это, ну, писец просто. Капитан, вы задумали нечто рискованное? Этот взгляд мне знаком. Да, ты прав, Аде. Uh-oh. Я только что слышал, как один из людей Бекфорда похвалялся своей плантацией и складами там. Думаю, мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене. А, славная мысль. Я только за. Убрать гроты! Зарифить брамсели! Вот он такой кораблик. На мостике. Отдать гроты! Я бы не хотел попадаться, который сзади. По крайней мере, пока я для него слабоват довольно. Стой, Аде! Впереди враг! Я вижу! Эти воды охраняют, сэр! Идем тихо! Спустить бомбы рамселя и марселя! На реи! Спустить паруса! Подобрать паруса! Капитан! Поймаем ветер! Благо здесь туман. Еще парусов! Все наверх! Поднять паруса! За бортом! Добыча, сэр! И в целом можно пройти вот как-то вот так вот. То есть уклонившись в эту сторону. А потом дать резко сюда. И таким образом мы, по идее, должны будем обойти эти корабли. Ориентируюсь, кстати, только по карте снизу, потому что по виду кораблей ориентироваться сложно. Меньше ход! Спусти Марселя! Брамселя! Бомбрамселя! Лиселя! Отдать Марселя и бомбрамселя! Убавить Лиселя! Вот сейчас мне надо очень Рибы тихо и аккуратно пройти. Отдать все! Вперед! Марсели и бомбрамсели! Убавить паруса от бури! Грот мачта! Топ-фалы! Убавляй от ветра! Эй, на вантах! Паруса! Спустить паруса! Ловим ветер! Ну и надеюсь, что вот этот на корабль мачты, не повернется на меня. Пока все идет нормально. Паруса отдать! Круче к ветру! Койки вниз! По местам стоять! Утесы! Сворачиваем! Так, прошел. Это так. Человек Питера Бекфорда. Слыхал о таком? Сахарная империя Бекфордов. Да. Бекфорда и Драксы. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочной. В варочной?
Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными жерновами и давят сок. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных медных чанах. И знаешь, брат мой, нет ничего горячее кипящего сахара. Он липнет к коже, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные шрамы. Господи! Наполни каждый дюйм! Так, вот сейчас нам надо быстро ловим выйти. Ловим ветер, сколько есть! Из момента. Пли! Пли! Меньше ход! Слишком близко вставать нельзя. Солдаты с плантации точно поймают нас. Бросаем якорь, ты на берег, мы присмотрим за галкой. Еще паруса отдать! Приводим к ветру. Трави! Трави! Итак, причаливаем. Убрать, скорее! Дальше корабль доворачивает автоматически, так что я могу спокойно отдыхать. Итак, здесь есть Стелла Майя, кстати. У меня есть желание. Доберитесь до поверенного за 40 секунд. Стеллу Майя я, кстати, вижу прямо перед собой. Вот она на карте, прям вот-вот. Надо быстро, аккуратно обойти. Пробраться вот сюда. Что здесь случилось? В чем дело? Отметили, сэр, вот и все. У Джонса именины. Черт. И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути сюда. Если не ошибаюсь, пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного! Эй, наверху, шевелись! Работа не ждет! Простите, сэр, я буду смотреть в оба. Так, вот надо как-то поаккуратнее сделать так, чтобы он меня не заметил. Бог мой, что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты мертвецки пьяный на ногах не стоишь? Простите, сэр, я в норме. Если увижу что-то странное, тотчас же ударю в колокол. Обещаю. Так, пока я... умудряюсь находиться довольно близко к нему и не попадаться. Кто здесь за все отвечает? Мне нужно попасть на склад и немедленно! У кого из вас недоумков ключ от склада? Ну? Ключ, черт побери! Найдите мне ключ! Трезвых здесь совсем нет? Дайте мне ключи от склада! We're not done here, Smith. You can guard later. And I'll hear no more complaints. You're paid to work. No. Use your knees, lad. I'll not have you through your back. Heavy or not, it's all got to be moved. Intruder! Где? Ты что, чувак? Нет никакого интрудера.
There are better ways to waste my time. Тебе тоже показалось. Короче, я убью их обоих, когда он будет проходить мимо. I'd advise you to listen. Ты какой? Ты мать твоя. Ой. Бейте 5 капитанов. Надо убрать трупа. И оказывается, есть задание повредить 2 колокола. Я думаю, я с этим справлюсь. Еще мне надо убить тех двоих ребят, чтобы не заметил третий. Not a word, other than rumors of pirate activity on the route. Только тот развернется, я постараюсь на них побежать. Стоп! Стоп, что? Тихо, там ничего нет. Got to get away from here. Double time. Ой-ё. Mercy. Put your full range in the wrong place. Собственно, ты там не нужен. Ты там мне и нужен. Итак, нам еще надо повредить. Don't kill me, please. Let me live, sir. Please. Не собираюсь я тебя убивать, ё-моё. Так, надеюсь, этого вполне хватит, чтобы... добить всех, кого мне нужно, и по-тихому в каком-то смысле убраться отсюда. А заодно мне надо еще здесь кое-что будет сделать. He's not gonna get a warm reception under that. Keep him in sight! I've got a good line on him! Stop, I want to talk to you. Intruder! I need some help here! I've got a good line on him! I've got a shot! Trying to give us the slip, maggots! Ну, ребята, которые сверху точно не смогут. You can't escape us! Да ладно, я правда от вас убежать не смогу. Да вы что, ребят, смеете, что ли? Шутники, прям я скажу. Минус один и... удивительно, на минус второй сейчас будет. Подобрать оружие. И где ты там? Следующий. Готов, следующий. Все.
Ну, на нет, как говорится, и сюда нет, и туда нет. Я ж спустился только что. Так, портим второй колокол и не паримся. Отлично. А еще... пробуем достать вот эту фигню. Ну... отлично. Итак. Взаимодействие со складом. Добыча дерева, металл, ткани, ром, сахар. Бонус не звонил ни один колокол, еще 400 рублей. Передайте ром, сахар капитану порта, либо у себя. Ну, это как обычно. Слушайте, прикольно, мне нравится. Мы кучу всего заработали. Ни на чем. Почти что. Ну, вот стычек, правда, дань. Да? Засчитали, что я стычек... А, ну, видимо, считается, что... сделать все тихо. Ладно, миссия мне в целом понравилась, так что тоже 5 звезд, я думаю, вполне себе хорошо. Вот. С вами был, как всегда, Дезерзир. Эта серия получилась чуть-чуть короче. А, давайте даже посмотрим, может там будет. Нет, ничего не будет больше. Нет, будет еще одна миссия здесь же. Но ее вы уже узнаете после того, как я сейчас быстренько с обелиском Майя разберусь вот этим. О, он там стоит. И как только я с ним сейчас разберусь, я, наверное, закончу серию. Итак, взаимодействие. Мне нужно сопоставить вот эти вот объекты. Вот как-то так. И добраться до центра. Как только я соберу объекты с помощью всех Стелмая, мне даст вот тот офигенно крутой костюмчик. Ну что ж, а пока мы, как обычно, ножкой и мечом раскапываем тайник. Берем оттуда еще какую-то безделушку Майя. И, собственно говоря, еще один. Серия и заканчивается. Всем, кто меня смотрел и кому понравилось, большое спасибо. Всем удачи, приятных снов, как вариант. Пока-пока, с вами был, как всегда, Дезертир.